Село Костистек Каргалинского района подвели газ. Такая возможность предоставлена сельчанам благодаря подписанному меморандуму между областным акиматом и акционерным обществом «Кастрансгазаймак». Долгожданное голубое топливо в торжественной обстановке было подключено к домам жителей села при участии заместителя акима области Жанабая Бексары. В селе Косыстек проживает 1600 человек. Начатое в августе строительство газораспределительного блока завершили уже в ноябре. Подключили к газу и соцобъекты села. Позвольте поздравить с наступающим большим нашим праздником, юбилеем, 25-летием независимости нашей страны. Отрадно, что подача голубого топлива в ваше село совпало именно вот пришло в канун этого большого праздника. Чтобы в каждой семье было благополучие и уют, чтобы наши дети росли в благоустроенных условиях и могли получать знания в теплых школах, росли в теплых детских садах. В ходе мероприятия 15 нуждающимся семьям вручили сертификаты на установку необходимых газоподводящих устройств. Бесплатно голубое топливо подвели и к местной мечети Момоната. 15 үйге тегін газ беріп жатыр. Такие сертификаты получили наш уважаемый ветеран войны Алдияр Курмангазин, многодетные семьи, дом, где проживают дети на патронаже, сельчане с инвалидностью. И мы очень рады, что и в сельской мечети бесплатно подключат газ. Жолдубай Искаков в Косыстеке живет уже 43 года. Из-за отсутствия газа в селе подумывал переехать к детям в город. Семья старожила рада, что не придется теперь закупать уголь. Благо цивилизация теперь побуждает развивать свое подворье и оставаться жить в селе. Мы пенсионеры, нам сложно каждый день грузить уголь, затапливать печь, нужен постоянный контроль дымохода. Теперь это вчерашний день. Я благодарна главе государства и местным властям за такое радостное событие. Всех поздравляю с юбилеем независимости. В село газопровод провели в рамках подписанного меморандума между областным акиматом и акционерным обществом «Кастрансгазаймак». В плане до конца года подключить газу села Жайсан, Ембек и Алтында. Много ожидается работа. Все это проекты, все эта работа в целях поддержки главы государства, который послание народу Казахстана, плюс к тому же наши юбилей 25-летия нашей независимости родной республики, к этому мероприятию наша компания вот такие работы проводит. Планы крупные населенные пункты в области, но она будет известна примерно на какую сумму совместно с областным акиматом в феврале-марте месяце. За счет инвестиционных средств до 2020 года в области планируется провести более 200 километров газопровода. В этом случае 98% жителей региона будут снабжены голубым топливом. Проектная стоимость по газоснабжению утвердят в феврале следующего года. Инкара Карашаева, Жулдоз Алмасқызы, Аманжолат Магамбетов, Казахстан, Ақтөбе.